5 сентября 2012 год. Московское время 13:15. Мы находимся на территории под строительство Кутепсинская ТЭС. Сейчас камера направлена на радиотелевышку Хостинского района. Вот он, частный сектор, вышел. Вот он, линия электропередач высоковольтная. Это мы говорим для привязки. Мы находимся на восточном углу этой строительной площадки. На этом, на восточном углу стоят трое наших местных жителей. Все нормально. Сейчас по левому, по правому борту вы увидите, не по борту, а по стороне, увидите лес, который они валили, и сваленный небрежно и распиленный. Это грозит также пожароопасной ситуации, обстановки. Здесь камера показывает на вырытые их строительным терексом, вырытые канавы. То есть это не их территория и не их лес. Они не имеют права трогать зеленое насаждение за гранью своего забора. Нет, нет. Вот камера показывает на нить, которую они установили для установки по этой нити ограждения, то есть забора временного или постоянного. Можешь развернуться, покажи. Также вот они, деревья поваленные, выкорчеванные, не на их территории. Зеленые листва еще. Листва. Листва еще зеленая, то есть вырублена практически сегодня. Вот спил. Дерево, которое не относится, не входит в список парковочного билета, якобы им выданного. Сейчас камера будет показывать на границу их забора. Осиков потревожили. Переводи на границу. Да. На каком? Я понял. А чем валят? Ну, пилка, не сутилка. Я понял. Давай, давай, все, вот. Дёрн снимают. Да, снимается верхний плодородный слой глубиной более метра. То есть проводятся земляные планировочные работы для установки ограждений. Также производится, опять повторюсь, спил деревьев, которые находятся не на их территории. Весь спиленный лес бросается, сваливается направо в канаву, также сухая листва, любая искра, здесь будет пожар, здесь очень пожароопасная ситуация. Сейчас передали на юго-восточном углу строительной территории. Также продолжают валить лес.